По всей России уже в шестой раз прошел урок цифры. В этом году темой его стал искусственный интеллект «Проминжиниринг». Стратегический партнер и разработчик содержания – благотворительный фонд «Вклад в будущее». Уроки проводятся при экспертной поддержке Сбера. В Приморском крае специалисты Сбербанка провели 14 уроков для 430 учеников из 8 общеобразовательных школ. На уроках цифры, которые мы проводили, школьники узнали о том, как работать с нейросетями, познакомились с их внутренним устройством и процессом обучения моделей. Ребята освоили основные алгоритмы и правила написания промптов, развили навыки на практике с помощью игрового тренажера. Наши слушатели узнали о том, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении. Уроки построены так, чтобы заинтересовать ребят любых возрастов. Ученики 4 класса 46-й школы попробовали вместе создать чебурашку с помощью нейросети «Кандинский». Мы планируем также дальше сотрудничать с сотрудниками Сбербанка для того, чтобы, собственно, развивать наших детей, для того, чтобы в дальнейшем они смогли определиться в будущем с выбором своей профессии. И, соответственно, в мире высоких технологий очень важно разбираться в таких сферах, как IT. Работа с текстовым запросом для генеративной модели – необходимый навык для взаимодействия с нейросетями. Чем точнее промпт, тем лучше результат. Мне было очень интересно. Я узнала то, что можно искусственного интеллекта попросить нарисовать любую картинку. Мне понравилось очень, что мы говорили про нейросеть, я очень много узнал. Мне кажется, будет очень нужен в будущем. Надо сделать такой отдельный урок, который будет называться «Искусство ИИ». Урок цифры – ежегодная всероссийская акция, которая помогает ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию в области информационных технологий. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.